И напоследок, после ливня затопило подземный переход на Ленина. Видео выложили в интернете омичи. Море на этом участке образовывается не впервые. В прошлом году, когда велись работы на Любинском проспекте, здесь также было подтопление. Тогда генподрядчик заявил, что в ливневке образовалась пробка, поэтому вода уходит медленно. Омичи же в социальных сетях шутят, спрашивают, есть ли в переходном озере клев, и предлагают открыть прокат катамаранов.